Здравствуйте. Мы на ВДНХ. Москве 875 лет. Вот музыка играет, я короткий. Ну, сегодня день города. 10 сентября. Это осенние краски. Сейчас вот он идет микромаршрут. Я хочу до центра доехать. Вот неохота уже ходить. Не очень хорошо чувствую. Это электрический транспорт и бесплатный здесь по морозу. Ну, мороз он бывает, что-то там случается. А так нормально. Вот наконец попал я на Кокнур. Сидж поглядел, увидел, решил приехать. Вообще не хотел ехать на этот мероприятие. Мне это хотел давно снять. Здесь постоянно проводятся такие мероприятия. Сегодня погода позволяет. Расскажи, пожалуйста, зрителям, что же это такое маршрут и какие хитрости там есть? Что такое командный маршрут? Ну что ж, командный маршрут – это, как следует из его названия, маршрут для команды. Команда наша состоит из двух всадников, а лошади не могут менять, а вот свои личности обязаны предъявить на старт обязательно. То есть они не могут пойти и поменять паспорт срочно? Нет, нельзя, так нельзя. Команды формируются по желанию всадников, а название команд отражают достопримечательности нашего прекрасного, любимого города. Вот сейчас 11 часов только, но уже народу вот много. Сегодня много сюда приедет. Вон, тут полно киосков, фонтаны. Центральный павильон. Да, все так постригли, фонтаны отремонтировали. Фонтан «Дружба народов» издалека. Вот. Тут где-то к обеду приезжает ретро-техника. Это заводка есть. Ну, я ждать не буду. Дома. В автомобильчике я сюда сниму. Вот этот макет. Thank you.
Это Коломенская. Всякие объекты сняли по отдельности. Интересный макет. Это вот мы уже выходим из ВДНХ. Вообще ходить, конечно, уже жарковато. С утра был холодно. Не холодно, так нормально. Ну, тут вот сейчас отключаюсь. Тут мультик все портится. Приходится отключаться. Да, народу уже набегает. И начинается тепло. Тут вообще Южный Розарий, ну. А может, мы его где-то там в стороне оставим. Нет, вот тут еще что-то есть. Народу уже много. Все, колесо обозрения. Все, спасибо. На выход. Вот, мы уже уходим. Народ тут к вечеру, тут вечером начнутся концерты. Я всегда утром посещаю до домашних мероприятий, не люблю.